Дорогие друзья, слава Господу за прекрасную возможность вновь приветствовать вас из студии «Конец времени» на программе «Библия и только Библия». С нами в студии брат Юрий Потапов. И в начале нашей встречи мы благодарим Бога и каждого, кто участвует в создании этих программ, потому что без вашего участия, без ваших молитв, дорогие друзья, эти программы были бы невозможны. Да, слава Господу. Слава Господу. Дорогой брат, и сегодня, как мы обещали вместе с нашими дорогими друзьями, мы будем исследовать пророчество о чужом Боге из книги пророка Даниила. Да, но для начала надо прочитать 38-39 текст 11 главы. Хорошо. Книги пророка Даниила. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Знаешь, дорогой брат, для меня все время была загадка это выражение «чужой Бог». Кто это? И можем ли мы дать библейский ответ на этот вопрос? Да, конечно, вопрос заслуживает особого внимания, и тем более следует сказать, чем труднее текст, тем важнее его содержание. То есть очень важная информация заложена в этом отрывке. Но на этот текст нужно дать достойный ответ, то есть библейскими категориями, чтобы наш ответ на данный вопрос был достоин Священному Писанию, то есть основан только на Священном Писании. Да, конечно. И что же говорит нам Библия об этом? Да, но для начала хотелось бы, чтобы ответить на этот вопрос не бегло, а на основании Библии, чтобы увидели целую картину. Откуда берет начало пророчество 11 главы и где заканчивается? Хорошо. А для этого надо посмотреть последний стих 10 главы, давай откроем. Но в подлиннике глав нету, здесь все сделано условно, чтобы нам быстро сориентироваться, где найти. Посмотри, где начинается 11 глава, 21 стих, 10 главы, и нужно прочитать 1 и 2 стих 11 главы. Это начало объяснения всего, что пророк Даниил увидел во 2 главе, в 7, 8, 9 и 10. То есть 11 глава – это разъяснение всего, что он видел и слышал прежде. И начало этому объяснению с 21 текста начинается. Пожалуйста, давай прочитаем. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Итак, с первого года Дарий Медианин стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот, еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством». И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. Хотелось бы спросить тебя, дорогая сестричка, ты поняла, что 11 глава начинается этими словами? Да, потому что здесь переходит, то есть об одном говорится. Да, то есть говорит, возвещу тебе истину. Да. И дальше... И начинает описывать историю. 11 глава подробным образом описывает все то, что было кратко сказано во 2, в 7, 8, 9 и 10 главах. То есть все по порядку. И заканчивается объяснение 11 главы. Давай я прочитаю 4 текст. Когда Гавриил объяснил все Даниилу, в 4 тексте он говорит ему: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится веденье».
Следует отметить, что пророк Даниил, будучи вдохновленный Святым Духом, он, так скажем, ключевыми фразами, говоря условным языком, разделяет пророчество 11 главы на три промежутка исторического времени. Что ты имеешь в виду? В книге пророка Даниила в 11 главе первая часть 11 главы посвящена тому описанию, как иудейский народ будет, так скажем, готовиться для встречи с Мессией, который придет на эту землю первый раз и объявит юбилейный год. Это записано с первого текста по 31 текст включительно. Второй отрывок этого пророчества, если внимательно читать, начинается с 32 текста по 39 текст. Описывается зверские гонения северного царя или малого рога. Он гонит народ святых, то есть протестантов средних веков. А с 40 текста и по 12 главу 3 стих включительно это единое пророчество. Да. Это время относится, так скажем, Бог открывает своему народу, что будет происходить, когда смертельная рана зверя исцелеет. То есть царь северный получает силу и устремляется, как вихрь, буря и наводнение. 11 глава, повторяю, разделена пророком Даниилом не только этой идеей, когда мы расставляем тексты, но и ключевыми фразами. Это очень важно. То есть, если я правильно поняла, то нам, как народу последнего времени, уже не осталось времени, как, например, иудеям 70 седмин или христианам средних веков 1260 лет. Да, давай откроем книгу Откровения, чтобы подтвердить твою мысль, потому что мы люди Библии, мы должны комментировать Библию только Библией. Давай посмотрим, как об этом сказал сам Иисус, поднимая руки кверху. Я прочитаю, если ты не против, пророчество 10 главы книги Откровения с 5 по 7 стих прочитаю. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». Эти стихи конкретно говорят. Да, для народа последнего времени время не будет. Но все ожидают провозглашения седьмой трубы. А книга пророка Даниила в 12 главе в 7 тексте говорит о том, что тот же самый Иисус, поднимая руки кверху, клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, что к концу времени, времен и полувремени, по совершению силы народа святого, все это совершится. То есть для народа средних веков было дано пророческое время. Время, времена и пол времени. А народу последнего времени не дано, так скажем, пророческого времени. Мы не можем исчислять дни и устанавливать времена. Поэтому Иисус и сказал. Да. Мы ожидаем исполнения пророчества седьмой трубы. Хорошо, брат. А какие ключевые выражения помогут нам увидеть эти три промежутка времени? Давай откроем 11 главу. В первую очередь прочитаем 15 стих. То есть я еще раз повторю нашим дорогим друзьям, что пророк Даниил, будучи мастер слова, он разделяет три промежутка
времени, который он начинает описывать с первого года царя Дария вплоть до второго пришествия Иисуса Христа, он разделяет этот отрезок времени на три части ключевыми фразами. Давай посмотрим 15 стих, прочитай, пожалуйста. «И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять». Спасибо. То есть здесь пророк Даниил описывает падение Южного царства, Птоломеев, от руки Селевкидов, Северного царства. Как вот исторический факт отмечен в истории. Теперь в 25 тексте это абсолютно другой промежуток времени. И посмотри, что делает пророк. Я прочитаю 25 стих. «Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Замечаешь, а это абсолютно другой промежуток времени. Да. Война между Египтом и Римом. Это абсолютно другое время. Но опять отмечено падение юга. Да. И теперь смотрим, как эта идея использована Даниилом для описания последнего времени, падения юга. 40 стих. Этот стих начинается словами «под конец же времени», а у Даниила истечение 2-300 вечеров и утр – это и есть конец времени. Давай прочитаем 40 стих. «Под конец же времени сразится с ним царь Южный, и царь Северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них». Спасибо. Опять отмечено падение юга. Да. Но здесь уже в эсхатологии это образ атеизма. Угу. То есть Вавилон заполнит все широты земли своим мерзким богохульным учением. Не будет атеистов, будут две группы людей. Остаток, который отстаивает настоящую истину, и те, кто попал под влияние Северного царя. Или Малого Рога, если говорить языком книги Откровения. Как интересно, мы три раза увидели одну и ту же ключевую фразу. Более того, падение. Да, посмотрим еще 8 стих относительно сокровищ. «Даже и богов их, и стуканы их, с драгоценными сосудами их, серебряными, золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного». Спасибо. То есть мы видим, здесь речь идет о разграблении сокровищ. Да. Опять использовано, так скажем, Даниил описывает буквальную историю во времени борьбы селевкидов и Птоломеев и подчеркивает, что царь будет завладевать ему не принадлежащими сокровищами. Угу. В 24 тексте используется точно такая же идея, но это абсолютно другой промежуток времени. Да. Давай прочитаем 24 текст. «Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Спасибо. Замечаешь? Опять богатство. Речь идет о разграблении сокровищ. Да. И в пророчестве, которое относится, так скажем, к промежутку времени, которое в Библии не отмечено временем, как это было сделано для иудеев, для протестантов средних веков. В 43 тексте я прочитаю, давай посмотрим, что сказано о сокровищах. «О царе Северном, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и фиопляне последуют за ним». Замечаешь, дорогая сестричка, как все устроено пророком Даниилом.
Он описывает три промежутка времени, но связывает их ключевыми фразами, чтобы показать, что было, то и будет. И ничего нету нового под солнцем. Или же относительно славной земли, то есть Палестины, давай посмотрим. В 16 тексте прочитаем, что написано о прекрасной стране. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Славная земля. Да. Это та земля, куда Бог привел свой народ, выводя их из египетского рабства. И у Даниила она описана с разных сторон. То есть мы видим, что от северного царя страдает славная земля, то есть Израиль. И действительно, читая историю Антиохийского царства, мы находим чудовищное коварство против Израиля. В 24 тексте этой же главы используется, так скажем, точно такая же лексика, но это, повторю, это абсолютно другой промежуток времени. 24 стих надо посмотреть. Он войдет в мирные плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его, добычу, награбленное имущество и богатство, будет расточать своим, и на крепости будет иметь замысел свои, но только до времени. Здесь пророк Даниил использует мирные и плодоносные страны. Да. Иерусалим, шалом, мирный, мирная. Да. Поэтому здесь как бы Даниил намекает вот этими фразами, что всегда будут страдать люди, которые принадлежат к великому Богу от этой богохульной экспансии. Или 41 стих давай прочитаем, 11 главы. Я прочитаю. Хорошо. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его, только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых». Это пророчество, как мы с тобой отметили, относится к народу последнего времени. И сам Израиль не является уже в глазах неба прекрасной землей, потому что Иисус сказал: «Дом ваш пуст». Теперь прекрасная земля – Божья церковь, остаток, и она страдает от рук северного царя, а спасаются только Едом, Моав и отборное войско сынов Амоновых. То есть практически и таких народностей во время пророка Даниила уже не существовало. Но пророк Даниил использует их как образы. Едом продал первородство за чечевичную похлебку и гнал Иакова. Да. Моав и Амон были рождены от кровосмешения, и они преследовали Израиля. Да, они поэтому всегда были врагами. Да, Даниил использует их как образы отступивших церквей от настоящей истины. Поэтому посмотри, мирные плодоносные страны, так скажем, славная земля использована пророком Даниилом в трех промежутках времени. Относительно борьбы селевкидов с Птоломеями, относительно селевкидов с Римами и относительно богохульной экспансии Малого Рога, у которого смертельная рана должна исцелеть. Хорошо. А есть ли еще ключевые выражения в этих текстах? Да, ну, чтобы не увлекаться, давай еще возьмем там 2-3 таких момента, а практически связи очень много, да, в этих промежутках времени. 16 стих прочитаем опять. «И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним». И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Спасибо. Вот это выражение «кто выйдет к нему», угу, как к великому, кто откроет ему ворота. Угу.
чтобы сдать город. И в 17 тексте практически уже добавляется эта мысль. Прочитай 17 стих. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того». Ему ворота откроют даже праведные, да, обманутые люди. Поэтому это практически является, так скажем, намеком на то, что сатана придет, даст знамения, чудеса с целью, чтобы обольстить, если возможно, избранных. Другими словами, за ним следует как за великим. Но это исторический факт, касающийся Антиоха. Это, так скажем, сирийский царь. Но, тем не менее, эти слова применяются в отношении и католической системы средних веков. Давай посмотрим 39 стих. Я прочитаю. «И устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Замечаешь? И здесь следует за ним, да, и он дает им награду, отступникам. И в 43-м тексте, давай прочитаем в 11 главе, прочитай, пожалуйста. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним». Но здесь выражение «последует за ним, как за Богом». То есть, смотри, три промежутка времени – отмечено общей идеей, следует за северным царем, как за Богом. И самое серьезное, так скажем, указание на ключевые фразы, которыми разделена 11 глава пророка Даниила на три части, слово «наводнение». У нас наводнение в подлиннике использован потоп для того, чтобы показать, что от этой богохульной экспансии спасется только верный остаток, как это было во время Ноя. Весь нечестивый мир был смыт водами потопа, а только остаток спасся. Давай посмотрим 10 стих 11 главы. Прочитай ты. 10 стих. «Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленные войска, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его». Вот это выражение «наводнит и пройдет». Практически это буквальная история, которая совершилась во времена борьбы, повторю, между Птоломеями, Южным царством, и Селевкидами, Северным царством. Эти два полководца наследовали свои территории от, так скажем, от греческого царя Александра Македонского. Да. А был еще Восток и Запад. Это Кассандр был и Резимах. Это, они не борются здесь, борются только юг и север. Это понятно. И посмотри, что происходит. Наводнит и пройдет через них. Это надо запомнить наводнит терминологию. Наводнит и пройдет через них. То есть он проходит как победитель и, подобно водами потопа, смывает всех своих врагов. И только малое количество людей остается. Угу. Сама идея. Давай посмотрим, как это использовано в 22-м тексте 11 главы. Я прочитаю 22 стих. «И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета». Речь идет о распятии Иисуса Христа. Да. И только маленький остаток, так скажем, сохранил верность своему Господу. Это произошло как наводнение. Многие рассеялись и были в великом страхе. Но только апостолы собрались вместе. Понимаешь, как идея использована? Да, и в 40-м тексте, в 11 главе, давай посмотрим. Я опять, прочитаю.
Да, 40 стих нам интересен. «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». И пройдет через них. Слово «пройти» – это действие Бога, который сказал: «А я сию самую ночь пройду по Египту». И весь Египет пострадал от того, что Бог проходил через Египет. Это выражение культовое, оно берет начало в 15 главе книги Бытие, где Бог проходит между рассеченными частями жертвы, которые приносит Авраам, заключая завет с Господом. Это очень важный момент, мы потом обострим на нем внимание, но тем не менее замечаешь, что вот это шествие северного царя будет как потоп. Только маленький остаток спасается. Так было во время селевкидов, так было во время Римской империи, и так будет перед вторым пришествием Иисуса Христа. Только маленький остаток сохранит верность своему Богу. Да, действительно, мы сейчас проследили очень хорошо вот эти три как, фразы ключевые, они объединяют вот эти три промежутка времени. Да, только Даниил показывает этими выражениями, что практически сатана научился на историях прошлого, как обманывать людей. Mm-hmm. Раз у него не получилось во время селевкидов, он повторяет свои действия во время римо-католической системы средних веков. Раз ему не получилось уничтожить верный остаток в лице протестантов, особенно вальденцев, да, которые вразумляли многих, мы будем исследовать это пророчество, значит, в конце времени он обрушивает всю мощь и силу, и царь северный устремляется в вихре, как вихрь, буря и наводнение. Да, это очень интересно. Но давай все-таки вернемся к выражению «чужой Бог». 38 и 39 стихи говорят об этом. Но ведь это наше время. Какое вообще отношение имеет к нашему времени эти стихи? Давай для начала прочитаем с 32 по 35 стих включительно. Прочитай, хорошо, пожалуйста, если тебе не трудно. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Спасибо. Я говорил, что 11 глава является подробным объяснением пророчеств 2, 7, 8, 9, 10 глав. Поэтому практически действие северного царя во второй главе описывается, что железо пытается смешаться с глиной горшечную. В седьмой главе малый рог говорит гордо и богохульно и мечтает отменить установленные Богом праздники и закон. А в восьмой главе давай посмотрим, как вот эта цитата, так скажем, объясняет два текста из восьмой главы о действии малого рога, который действует в средние века. Нам интересен 23-й и 24-й текст. Прочитай, пожалуйста. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых». Похоже то, что мы прочитали с 32 по 35 стих. Да. То есть это только часть, или лучше сказать, только маленькая деталь, которую мы сравниваем из 8, сравниваем с 11 главой. Связей таких будет очень много.
Но тем не менее мы находим, что 11 глава подробным образом описывает богохульное шествие малого рога, который приходит с севера. В 8 главе он растет к югу, к востоку и к прекрасной стране. Значит, он приходит с севера, поэтому здесь он использован, царь северный. И читатель должен понять богохульную экспансию из 8 главы, который представлен в символе малого рога, с буквальным описанием о действии царя северного. Если в 8 главе описан, так скажем, малый рог в символе, то в 11 главе это буквальное историческое повествование. Хорошо, а как понять слова из 24 стиха «и укрепиться силой его, хотя и не его силою»? Что это значит? В 11 главе будет об этом сказано более подробно. Здесь говорится «укрепиться силой его, хотя не его силою». В 11 главе сказано «он устроит крепости с чужим богом». Но, чтобы было более прозрачно, мы должны сказать нашим дорогим друзьям, что 11 глава с 32 по 39 стих включительно описывает богохульное, так скажем, действие северного царя, который правил в этом мире с 538 года по 1798 год. То есть почти до конца истечения 2300 вечеров и утр. Почти. То есть не до конца. Почти. И в книге Откровения мы видим действие малого рога, который действует 42 месяца. 13 глава с 1 и по 10 стих включительно. А дальше описывается промежуток времени, который относится, так скажем, к людям, которые ожидают второго пришествия Христа, которые живут вне пророческого времени. То есть 13 глава книги Откровения подробнейшим образом помогает понять отрывок из книги пророка Даниила, который начинается с 32 текста и заканчивается 4 текстом 12 главы. И давай посмотрим, как там малый рог укреплял свою силу. 13 глава, 2 стих. Прочитай, пожалуйста, книги Откровения. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». От кого получил малый рог? От дракона. Силу, престол и власть. Да. Теперь понятно, укрепиться силой его, хотя и не его силой. Да, я поняла. Давай откроем еще, чтобы увидеть связи между 11 главой и 13 главой книги Откровения. Прочитаем 33 стих 11 главы. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Спасибо. Не закрывай, можно как бы закладочку сделать. 13 глава, 10 стих. Только нужно запомнить, что о чем речь идет в 33 тексте. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Замечаешь, речь идет о плении, о мече. Меч. Огонь, плен и грабеж. Поэтому я еще раз говорю, дорогие друзья, когда мы читаем Священное Писание, нам следует всегда помнить, что Библия толкует сама себя. Конечно, есть места, которые не поддаются объяснению, поэтому мы не будем объяснять то, чего Библия не объясняет. Но выражение «и устроит крепость чужим богом» предельно понятно, о чем идет речь. Мы сами сделаем вывод в конце этой встречи. Но Библия не дает четкого ответа, кто же конкретно такой чужой бог. Чужие боги, понятно, это идолы, иноземные боги.
А здесь использовано трижды единственное число. У меня еще такой вопрос. В 34-м тексте написано: «И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Что это значит? Ну, присоединяться, но притворно. Выражение, да. У нас, я говорю, синодальный перевод сделан, ну, практически исключительно. Но мы должны понять, что передать язык пророка Даниила на наш современный менталитет практически невозможно. Но здесь использовано, что многие добавятся против них, а именно против тех, кто вразумляет многих. Многие добавятся против них с хитростью. Если говорить, я прочитал буквально, как в еврейском тексте, многие добавятся против них с хитростью. Если, так скажем, адаптировать это выражение, которое говорит пророк Даниил, то есть многие внедрятся или будут пытаться внедриться в среду верного остатка. Именно об этом речь и идет. Многие пострадают, поэтому остаток будет ослабевать в подлиннике. Остаток будет ослабевать не качеством, а умаляться количеством. Остаток будет уменьшаться, видя умножение беззакония, потому что многие будут, так скажем, внедряться к ним с хитростью. Ну, или более жесткое слово – коварство. Поэтому... И это хорошо же прослеживается в средние века. Как внедрялись и иезуиты, чтобы уничтожить дело реформации. Да. Как они гнали вальденцев. А именно, если посмотреть внимательно, то вальденцы действительно вразумляли многих. Хотя страдали от огня, плена и грабежа. И, надо сказать, многие-многие последователи. Но вальденцы, да, они писали Новый Завет и распространяли его. Да. Они действительно вразумляли. Да. И вальденцы не поклонялись чужому Богу. Они поклонялись Богу Авраама, Исаака и Иакова. А северный царь установил, так скажем, учение о чужом боге. Я не буду забегать наперед, я специально обозначил этот момент, что вальденцы поклонялись истинному, единому, живому богу и посланным им Иисуса Христа. Третьего бога вальденцы не исповедовали. За это они были преследованы Римо-католической системой, да, средних веков, которые укрепляли свою мощь в отступлении с чужим богом. Давай посмотрим, как об этом сказано в 13 главе книги Откровения, в 7 тексте. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем». И здесь мы видим, как книга пророка Даниила и книга Откровения связаны друг с другом. Да, я еще раз хочу сказать нашим дорогим друзьям, что отрывок с 32 по 39 стих прокомментирован, или лучше сказать, продублирован для народа последнего времени в 13 главе книги Откровения с 1 по 10 стих. А с 11 текста 13 главы по 18 стих, так скажем, дано объяснение отрывка, который записан в 11 главе 40 текста и по 3 стих включительно 12 главы. Только 13 глава не заканчивается 18 текстом, а заканчивается провозглашением трехангельской вести и вторым пришествием Христа и спасение Божьего народа, который провозглашает трехангельскую весть. Конечно, связи очевидны, и мы обязаны читать.
мы не должны читать, мы обязаны читать Библию в ключе Библии. Слава Господу. Да, слава Господу. Давай еще для пользы дела прочитаем отрывок с 36 по 39 стих 11 главы книги пророка Даниила и сравним этот отрывок с 13 главой книги Откровений, чтобы окончательно убедиться, что этот отрывок помещен, или лучше сказать, объясняется в 13 главе книги Откровений. Хорошо. С 36 по 39 включительно. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желаний жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду». Спасибо. Давай прочитаем Откровение 13 главу с 5 по 7 тексты. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Спасибо. Замечаешь тесную связь между отрывком, который мы сегодня исследуем, из 11 главы книги пророка Даниила, с отрывком, который помещен в 13 главе, с 1 по 10 стих? Да, очень тесная связь. Тесная связь и в истории, и в лексике, чтобы мы увидели чудовищное богохульство, так скажем, зверя, у которого одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана должна исцелеть, чтобы он вышел на мировую арену в вихре, в буре и в наводнении. Надо сказать, что Господь предупреждает через книгу пророка Даниила и книгу Откровения свой народ, да, о том, что было, будет, да, и что есть. Да. И отмечает все эти промежутки времени ключевыми фразами, чтобы мы видели, как действовал сатана и как Божий народ парировал все бесовские атаки. Только остаток выходил победителем. Ты знаешь, я сейчас еще раз просто утвердилась в том, как важно изучать эти пророческие книги, да, народу, любящему Господа и ожидающему Его. Да. Дорогой брат, ну еще такой вопрос. Значит, 37 стих, здесь написано: «И о богах отцов своих он не помыслит». Вот о каких богах здесь говорится? Я говорил, что Даниил мастер слова, и Бог дал ему такую мудрость, что практически, когда он использует какое-то выражение, то следует толковать только в Библии, то есть откуда он это берет, и о богах отцов своих. Он не использует слово «о богах» как множественное число, и о боге отцов своих он не помыслит. В еврейском тексте написано, что Бога отцов своих он не познает. Это абсолютно другая картина. Я повторю, буквальный перевод с еврейского текста этого стиха: Бога отцов своих он не познает. Поэтому в 53 главе книги пророка Исаии оправданные Богом люди через познание Его. Он праведник, раб мой,
оправдает многих, 53 глава, 11 стих, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот это слово «познать». Познать, да. Он не познал Бога отцов своих, а у нас отцы веры Авраам, Исаак и Иаков. Слава Господу. Да, слава Господу. Еще такой вопрос. Дальше мы продолжаем. Тут же 37 стих. «И ни желание жен, ни даже божества никакого не уважат, ибо возвеличит себя выше всех». Что значит «ни желание жен»? Как понимать? Ну, это правильно слово использовано, желание жен. Не уважит. А желание женщины выйти замуж. Вот это желание. Потому что это желание вложил Бог. Да. По причине преступления в Эдемском саду Бог сказал: «И влечение твое к мужу твоему». Глава книги «Бытие». Вот это влечение, вот это желание он не уважит. Это хорошее, так скажем, указание на римо-католическую систему средних веков, которая создала монашеские ордены, где люди создавали крепости с высокими башнями. Монастыри, ты хочешь сказать. Убегая, так скажем, как они считали, от мирского искушения и пренебрегали долгом. Хотя все отцы веры Авраам, Исаак и Иаков были женаты, потому что они прекрасно понимают волю Божью. Они познали волю Божью, вот, этот не познал Бога отцов своих. Что же познал Авраам, Исаак и Иаков? Давай посмотрим книгу «Бытие», 2 глава, 18 текст. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог говорит: нехорошо быть человеку одному. Да. В еврейском «лотов Адам» не может Адам делать добро, если не создать ему помощника против него. Но я просто буквально прочитал, как это есть в еврейском. Почему против? Если мужчина не делает доброго в отношении своей жены, то она уже не помогает своему мужу, а корректирует. То есть или показывает на его ошибки. Поэтому человек не может делать доброго, если ему не создать помощника. Слава Господу! Поэтому, когда Адам делает доброе в отношении жены, она помощница, а когда не делает доброго, она эзер против него. То есть она указывает на его ошибки. Это очень важные моменты. Авраам и Исаак и Иаков прекрасно понимали волю Бога, что не может человек делать доброго, будучи один. И эта же система не познала Бога Авраама, Исаака и Иакова, и поэтому пренебрегает желанием жен. Еве Бог сказал: «И влечение твое к мужу твоему, он будет господином над тобой». То есть он будет принимать важные ключевые решения в доме. Слава Богу, теперь я поняла, о чем говорится. Поэтому вот эти затворничества современные, монастыри, монашество. То есть это не воля Божья. Это все тянется с 300-х годов. Именно когда римо-католическая система получила власть контролировать христианскую веру на земле от Константина. И эти моменты очень важны. И люди, видя, что ослабевает, так скажем, их духовность, стали уединяться. Они стали скетами, то есть вот такой образ жизни стали вести. Но Иисус же сказал: «Вы свет миру». Не может никто, говорит, зажегся свечу, поставить ее под кровать. Брат, но Иисус не был женат.
И что значит это, он дал пример, ты хочешь сказать? Он был женат, я тебя уверяю. Давай откроем 5 главу послания к Ефесянам и прочитаем 2 текста из этого послания. Был ли Иисус женат? Ему не нужна была, так скажем, буквальная жена. Иисус имеет церковь, жену. И посмотри, как Павел делает вывод. С 30 текста, с твоего позволения, я прочитаю. Павел говорит такие слова об Иисусе. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». И эти слова сказал Адам в Эдемском саду, когда Бог сотворил женщину. «Это плоть моя и кость моя». Потому и назвал ее женою, потому что, говорит, она от плоти моей и от кости моей. И дальше говорит, смотри, как опять цитирует книгу «Бытие». «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Теперь понятно, почему остаток призван быть единым со Христом. И дальше он говорит, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Скажи, дорогая сестричка, Иисус женат или нет? Церковь его жена. Северный царь не познал Бога отцов. Поэтому желание жен он не уважает. Слава Господу, что Библия объясняет саму себя. Да. И в книге Откровения, кстати говоря, в 19 главе, давай прочитаем отрывок. Свадьба, встреча Иисуса со своим народом. С 5 по 7 тексты включительно. И голос от престола шел говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Поэтому Иисус всячески делает доброе своему народу, аминь, как муж призван делать доброе в отношении своей жены. Но она должна помогать ему совершать дело Божье. То есть взаимосвязь очевидна между понятиями. Должен. Человек должен делать доброе в отношении жены, а жена должна помогать ему делать доброе. И это важный момент. Слава Богу. Да, слава Господу. Слава Господу. Дорогой брат, давай вернемся все-таки к выражению «чужой Бог» и 38-39 стихи. Хорошо. Поподробнее рассмотрим. У меня открыто, я могу прочитать. С какого текста надо прочитать? 38-39, да? Да, да. «Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Скажи, пожалуйста, почему 3 раза здесь говорится о чужом Боге? Да, действительно, но следует сказать, что слово «чужой Бог» использовано в единственном числе. Такое выражение встречается в Библии 1 раз. Во Второзаконии мы будем знакомиться. И 2 раз в книге пророка Малахии. Есть косвенный намек в книге пророка Аввакума, но там нету слова «чужой Бог». Там есть «сила его, Бог его». Но тем не менее, посмотри, с этим чужим Богом он устраивает твердую крепость. Да, твердую крепость. Сначала давай посмотрим, что это означает, твердая крепость. Угу. Практически он желает сделать так,
чтобы его действия приняли за божественные действия. 27-й псалом, 8 стих, пожалуйста. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Практически вся книга Псалтырь, Давид говорит, что Господь – скала моя, защита моя. Да, да. Убегает туда праведник и безопасен. Монахи убегали от искушения в монастыри и искали защиты. Это совсем другая картина, то есть неправильное понимание Бога Авраама, Исаака и Иакова. Или же давай посмотрим 42-й псалом и 2-й стих. «Ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня, для чего я сетую хожу от оскорблений врага?» Бог крепости моей. Да. Поэтому мы видим, что северный царь обманут чужим богом. Этот бог дает ему силу, да. И он преследует святых. И думает, что он служит Богу. Иисус в Евангелии от Иоанна об этом сказал. Они, убивая вас, будут думать, что служат Богу, но они не познали ни меня, ни Отца, пославшего меня. Малый рог не познал Бога Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому он, так скажем, строит крепкую крепость, но без истинного Бога. Скажи, пожалуйста, почему все-таки три раза упоминается? Это особое предостережение. Я еще раз говорю, дорогим друзьям, Даниил очень мудрый человек. И когда в одном тексте встречается одно выражение три раза, это особое предостережение. Вторая глава, 43 стих, как пример можно рассмотреть. Вторая глава Даниила, 43 стих. «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Три раза пророк Даниил использует слово «смешаться». Смешаются. И слово «смешаться» у него здесь использовано слово такое, да, которое показывает бунт, восстание. Объединение, нечестивый альянс, чтобы восстать против Бога, но будут сокрушены не рукой. То есть в одном тексте, или, так скажем, в одной мысли использовано одно и то же выражение три раза. Здесь то же самое. Чужой Бог использован три раза, чтобы, так скажем, показать важность этих событий. И вот, допустим, что для Даниила, когда люди пытаются смешаться через семя человеческое? Книга Ездры, если можешь, открой, пожалуйста, 9 главу, 1-2 стих, а я 105-й псалом пока открою. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев, и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли их за себя и за сыновей своих, и смешало семя святое с народами наплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была во всем беззаконии первая». То же самое слово, которое Даниил использует во второй главе. Смешались через семя человеческое. И притом рука знатнейших была в этом беззаконии первой. Да. Это восстание против Бога. И как бы оно ни было странным, везде используется не еврейское, а арамейское слово, чтобы прокричать. Что это слово было понятно всем, потому что это торговый язык. И у Даниила арамейское слово, и у Ездры. И как бы ни было парадоксально, книга «Псалтырь» написана на еврейском языке, а слово «смешаться»
использован арамейский глагол. Давай посмотрим. 34-36 стих. Я уже открыл 105-й псалом. Я говорил, что я открою. Я прочитаю, раз у меня уже открыл. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались». Вот это выражение, это слово «смешались» точно такое же слово, как у Даниила во второй главе и как у Ездры в девятой главе. То есть этим словом подчеркивается бунт, восстание против Бога. «Но смешались язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью». Понятно, почему пророк Даниил во второй главе использует три раза слово «смешались». Чтобы обратить особое внимание, да, на этот предостеречь, момент. Потому предостеречь, потому что это очень важно. То есть ты хочешь сказать, что выражение «чужой Бог», о котором пророк Даниил говорит трижды, это особое предостережение народу последнего, да, времени? Да, об этом говорит Священное Писание. И выражение «чужой Бог», я повторюсь, использовано пророком Даниилом в единственном числе. Такое выражение, я говорил в начале встречи, используется в Библии два раза. В книге Второзакония, 32 глава, 12 стих. Давай. «Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». И в книге пророка Малахии есть проблема, которая связана с этим выражением. Книга пророка Малахии – это тяжба завета. В книге Второзакония Бог сказал, что он один водил, а в книге пророка Малахии, давай посмотрим, во второй главе, в 11 тексте. Ну, чтобы контекст увидеть, лучше с 10 по 12 прочитаем. А в 11 тексте встречается ключевая фраза. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, и отвечающего и приносящего жертвы Господу Саваофу». Речь идет об отцах и о чужом Боге. Израиль женился на чужом Боге, чего не делали его отцы. Да. Но, конечно, я понимаю, нам, как современным людям, хотелось бы точно и определенно знать, кто же такой чужой Бог. Я скажу честно, не придумывая, на основании Священного Писания дать четкий библейский ответ, кто такой чужой Бог, невозможно, потому что Библия не дает на это ответ. Но, вспоминая, кому поклонялся отец Авраам, Исаак и Иаков, становится очевидно, что они поклонялись единому Богу, который один водил Израиля. Значит, мне бы не хотелось прибегать к логической мысли, есть ли что-то добавить к этому, к вере отцов, то и будет чужим Богом. Допустим, возникает другой вопрос. А поклонялся ли, или лучше сказать, знал ли Авраам об Иисусе? Давай откроем Евангелие от Иоанна, 8 главу, и прочитаем отрывок с 55 текста. «И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно,
Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Авраам знал, увидел, радовался. Авраам отец. Авраам поклонялся единому Богу. Да, и об этом говорит сам Иисус. Увидел великую заместительную жертву в лице Иисуса и возрадовался. И Авраам поклонялся единому Богу, зная об Иисусе Христе. Слава Богу. Или книга пророка Исаии. Практически сам Бог дает нам свободу от всякого рода заблуждений и от лишних, так скажем, небиблейских доктрин, чтобы простой человек, сидя у ног Иисуса, читая Священное Писание, как оно написано, мог понять, как же можно поклоняться Богу в духе и в истине. Давай прочитаем 8 главу, 1 стих, 20 нам интересен. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Обращайтесь к закону, это первые 5 книг Моисея, и к откровению, это последняя книга Библии. В законе Моисея не написано, что мы призваны поклоняться третьему Богу. Есть заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Да. Поклонение достойны только Отец Иисус. Да. Давай посмотрим. Раз Исаия говорит, обращайтесь к закону и откровению, нам нужно посмотреть, кому мы призваны поклоняться. 5 глава, 13 стих книги Откровения. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Аминь. Аминь. То есть книга Откровения призывает нас поклониться Богу и Агнецу. Да. И заканчивается книга Откровения. Давай посмотрим 22 глава, 1 стих из этой главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Престола есть только у Бога и у Агнеца. Слава Богу. И в книге Экклесиаста он по вдохновению Святого Духа. Давай посмотрим, что он говорит. 12 глава с 12 по 14 тексты включительно. Это фундаментальные позиции Библии. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человеков». Познавая Бога и соблюдая Его заповеди, в этом все для человека. Заповеди соблюдай. А заповедь не призывает нас поклоняться трем богам. Одному Богу. А слово «один» использован, Иисус применяет относительно себе и к Богу. «Я и Отец одно». Нигде не сказано, что «я, Отец и Дух одно». Такого понятия в Библии не существует. В книге пророка Даниила в 39-м тексте «Малый рог, который не познал Бога Отца Авраама, Исаака и Иакова, утверждает крепость чужим Богом». Я понимаю, что это серьезная проблема. Это придуманная идея. Это тайна беззакония. Правильно. Это придуманная идея. Эти вещи очень важны. Но чтобы найти библейскую аргументацию, которая бы дала нам объяснение о чужом Боге, такого нету, но есть конкретные позиции, к которым не надо ни добавлять, ни убавлять.
выслушаем сущность всего. Познавай Бога и соблюдай Его заповеди. Поклонение третьему Богу не является исполнением заповеди. Давай посмотрим в 39 стих, чтобы нам подвести итог 11 главы. Я прочитаю. «И устрои твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». Это напоминает нам, так скажем, схватку Иисуса с сатаной в пустыне. Давай откроем для пользы дела Евангелие от Луки. Но раз ты стала открывать, пожалуйста, открой нам 4 главу и прочитаем с 5 по 8 тексты включительно. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Замечаешь, под чьим влиянием действует царь Северный? Да. Те, кто признает его, он увеличит почести и землю раздаст в награду. Да. Сатана говорит: все это мне дано. Но Даниил, он, находясь под влиянием Святого Духа, не может не вспоминать, что Бог является владыкой земли, и он раздал землю своему народу. Сатана дублирует действия Бога. Он говорит: если поклонишься мне, а Иисус говорит, в Библии написано, что одному Богу поклоняйся. Да, я хочу прочитать слова. Да. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Северный царь придумал чужого Бога, а не важно, кто этот Бог. Если, так скажем, об этом Боге ничего не сказано в Библии прямо, то люди под вдохновением сатаны находят косвенные доказательства и говорят: а вот видите, Святой Дух – это третий Бог. Святой Дух помогает нам, как божественная личность, противостоять против козней дьявольских. Когда был Иисус, он помогал это делать ученикам. Когда он вознесся в небо, то он дал нам другого утешителя. И люди придумывают: видите, Иисус назван утешителем, и Дух Святой назван утешителем. Значит, Дух Святой – это третий Бог. Так Варнава назван утешителем, это значит четвертый Бог. Таким образом, человек может дойти до абсурда. Поэтому не нужно приписывать Библии чужого Бога. Это делают люди, которые находятся под влиянием северного царя, а северный царь не познал Бога Авраама, Исаака и Иакова. Поэтому чужой Бог – это придуманный Бог. Мы должны четко понимать, что третья личность Божества – это Святой Дух, это буквальная личность. Поэтому слава Господу за все эти моменты, которые находятся на страницах Священного Писания. Об этом можно говорить очень много, но Соломон говорит: выслушаем сущность всего. Познавай Бога и соблюдай Его заповеди. Дорогой брат, я благодарю Господа, благодарю тебя. Слава Господу. За эти откровения, как Господь печется о нас, как Он желает, чтобы Его народ шел истинным путем, познавая волю Его, познавая Слово Его, пророчество книги пророка Даниила. Как это важно сейчас для нас, да, для народа Господу, последнего, да, времени.
Я думаю, этот материал надо расширять и смотреть в книге Даниила все моменты относительно этого важного вопроса. Мы сегодня заложили, так скажем, библейское основание для этой темы. И если читать книгу Даниила от начала до конца, мы найдем гораздо больше, так скажем, свидетельств в пользу того, кому поклонялся Авраам, Исаак и Яков. Слава Господу! Слава Господу! И я надеюсь, что на следующей встрече, если Господь позволит нам, мы продолжим эту удивительную и такую важную тему. Да, я бы хотел просто сказать наперед, было бы полезно посмотреть, как северный царь, получив силу от чужого бога, будет действовать, так скажем, в конце пророческого времени. Я делал эту программу, так скажем, с кафедры, но у нас не получился, к сожалению, звук. Поэтому, если добрый Господь сделает, мы подетально разберем богохульную экспансию северного царя с чужим богом и победу Иисуса над этим богохульным шествием и верного остатка, который будет пробужден для славы Божьей, а все нечестивые, которые попали под влияние чужого бога, будут воскрешены тем же самым Богом на поругание и посрамление вечное. Слава нашему Господу! Да, слава Господу! Дорогие друзья, ваши вопросы и пожелания присылайте на электронную почту конецвремени@mail.ru. Да благословит вас Господь! И до новых встреч!